граффити в Великом Новгороде был ничем не примечательный сарай-гараж, не знаю, какое-то техническое помещение возле Дома профсоюзов, и покрасили его достаточно давно, еще к 9 мая, все как-то не решался снять. Больше картинка похожа на заставку компьютерной игре World of Warplanes. Патриотическая картинка на фоне самолета с пилотом, с пропеллером. Такое граффити не портит сараи, а наоборот, хочется, чтобы они стояли еще долго и долго. Такие вот граффити и нужны в нашем городе.